Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Инфра, мы находимся на сталелитейном заводе, и нам многое предстоит еще исследовать, так что запасайтесь булками, готовьте лимонад. Что мы сделаем? Пойдем сейчас вниз или поверху осмотримся? Давайте осмотримся поверху, наверное. Открыто, прекрасно. That's 9 packs of flashlight batteries. Так, вот это все неактивно. Пульт управления не работает. Ага, может быть сейчас заработает. Recorded announcement. My comrades. First they make our work much more hazardous, then make us work for longer hours, and then even crop our salary, and now they even deny our right to work. This is the last drop. We have had enough. No more worsening work conditions. No more exploiting poor workers. We are on strike. Strike. Забастовка, да? Окей, так. Здесь есть у нас вот эта штуковина. Запомним это. Здесь положим где-нибудь. Он там пускай лежит. Так, пульт все равно не активировался. А здесь дверь вообще вынесли. Ой, какой бардак. Так, можно подняться еще выше. Still 8 packs of batteries left. Так, там ничего не может быть спрятано. Мы туда и не заберемся. Где-то что-то коротит, не могу понять, где и что. Так, еще одна штуковина. Тоже на виду ее положим. Вот так. Так, здесь тоже можно вниз спуститься. Но с этим мы подождем. Can't carry any more of this. Это для камеры батарейки. Ну, камера нам пока что не нужна, здесь фоткать не нужно. Так, ну давайте сначала здесь спустимся вниз, осмотрим все внизу, потом уже наверх пойдем, наверное. Ага, заперто. О, слушайте, мы сюда сможем протиснуться как-то? Блин, не получается. Слишком толстый. Так, слушайте, это не опасно сейчас будет эту штуковину включить? Просто мы как раз будем находиться вот прямо перед ней. А, так она ни к чему, по идее, не подключена вообще-то.
Ну ладно, будем иметь в виду, что в принципе это ее включить можно. А нам, по идее, нужно проход открыть, да? То есть нужно каким-то образом ее подтолкнуть сюда, сцепить их. А затем, может быть, может это сцепление зеленое означает. Но подтолкнуть-то ее мы, само собой, руками не сможем. Это нужно какими-то вагонетками вот. Так, не работает почему-то. Заперто, ёлки. Так, изнутри на засов нам нужно как-то... Ага, понятно, что нам нужно. А как туда спрыгнуть-то? Вот оттуда во упасть. Там ящики подставлены как раз. Понятно, это мы сделаем. Это... Можем уже сделать. Только вначале осмотримся все-таки. Так, и здесь можем... Или не можем подняться здесь? Можем подняться, хорошо. Но вначале все-таки понизу пройдем. Что это дает? Черт его знает. Так, слушайте, а мы не отсюда случайно пришли? Так, ящик мы не сдвинем никак, чтобы пролезть. Так, ну давайте сразу же вон там вот вниз спрыгнем. Сделаем то, что мы можем сделать внизу. Ага, одновременно нельзя. 3 и 4 обратные, да? Вот так, типа. А нам нужно какие? Первые, вторые. То есть, чтобы сделать 3 и 4, нам нужно обратно сделать вот эти. Понятно, нужно разобраться еще, какие нам нужны. Первая, вторая. А, здесь 1B, 1B, 2B, наверное. Здесь 1F, 2F. Окей, это нужно разобраться еще. Вот эти вот какие это? А, фронт-бэк, наверное. Переднее-заднее. Тьфу. Что-то я немного, да, затупил. Так, нам нужно сейчас переднее. Ну, попробуем что-нибудь сделать. А, вот, на кнопочку, не получалось у меня навестись на нее. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, ну, наведись на кнопочку, есть. Так.
Может, надо было назад оттащить? Так, отлично. Еще проход открыли. Ох, здесь еще сколько, смотрите, мест, в которых нужно побывать. Просто офигеть. Просто офигеть. Ох, надеюсь, мы здесь не потеряемся. Так, ну что, теперь, наверное, наверх на самый подниматься надо. Или давайте сначала здесь поднимемся, вот. Вон аж там, то есть. И реально, прям вот разбегаются глаза, даже не знаю, с чего начать. Куда важнее пойти вначале. Хочется и то посмотреть, и то посмотреть. Твою дивизию. Ну вот твою ж дивизию просто. Вот просто вот твою дивизию. Так, здесь мы наверх не поднимемся. Да твою ж дивизию. Да, в принципе, можно было перелезть здесь запросто. Вот просто запросто. Ага, наверх один собрался. Конечно. А там тоже, смотрите, дверь. Там мы тоже наверх не проберемся. Ну, пока что у нас есть куда еще двигаться в таком случае. Чтобы удостовериться уже, что не открывается оно. Ну, раз не наверх, то идем вниз. Здесь мы тоже не можем пройти. Ключ нужен. Так, вот здесь вот мы можем подняться. Давайте сначала по низу пройдем. Здесь уже темно. Здесь уже довольно-таки жутковато. Это что такое? Все, понятно, что сюда нужно. Бежим обратно. Жаль, что нельзя взять с собой. Просто в карман положить или в рюкзак, к примеру. Да твою ж дивизию. Так, где у нас ближайшая? Вот. Так, а та слева не работает, что ли? Там вроде заколочено. А сюда еще одна нужна, да? Соседнюю. Так. Проверим сразу первую. Опа. Опа. Ой, как хорошо, что я сюда пошел. Ага, сюда мы не зайдем. А, нет, зайдем. It's 9 packs of flashlight batteries. Ну и скорее всего сейчас нам придется бежать за последний, за третий, да? Может быть, она где-то здесь валяется? Нет, внизу нигде не наблюдаю. Так, что ты там застрял?
Да, нужно нести. Вот посмотреть на объемы этого завода, блин, как же круто. Слушайте, вот эта штуковина не рухнет случайно? Он реально просто гигантский. Я даже не могу вспомнить, в какой еще игре, ну, конечно, не считая Half-Life, в какой еще игре такой огромный завод мы могли встретить. Причем не просто вот снаружи, а именно, чтобы исследовать помещения, все цеха и так далее. Вот. Но не все, конечно, здесь продумано. Вот площади огромные, но вот реально на все эти огромные площади мы вроде не встретили ни одного туалета здесь. Вот люди-то здесь работают. Каким образом? Куда они писают? Под ноги себе. Так что есть, конечно, недоработочки. Но все равно завод шикарный, гигантский. Есть. Так, кнопок здесь никаких нету нажать. Так, отлично. Что-то мы в итоге сделали. Так, там мы не пройдем, так что давайте удостоверимся в этом. Потому что всяким огонькам все-таки я не особо верю. Мне лучше ткнуть самому рукой, лбом упереться. Тогда я пойму, что да, я не могу пройти. Вот так вот. Теперь я в этом уверен. Блин, батареек у нас полно, но все равно жалко их тратить. Вот такой вот я жадный. Так, можем подняться здесь, можем подняться там. Там у нас куча есть куда идти вроде как. Поэтому давайте сначала здесь поднимемся. Так, заколоченная дверь. Блин, и здесь еще одна такая штуковина есть. Твою ж дивизию. Давайте ее куда-нибудь скинем вон там вот. Чтобы внизу была. Если вдруг что, не придется сюда подниматься. Вот так вот возле вагонетки положим. Так, наверх. Или куда? Здесь тоже мы не пройдем. Still 8 packs of batteries left. Опа, и там еще одна вижу. Твою ж дивизию. Надо вниз скидывать. Или нет, оставим здесь, может быть как раз здесь куда-то и понадобится это. И вот еще одна. Так, ну нам только наверх. А зачем было закладывать кирпичами проходы? Ну, хоть сюда мы можем попасть, хоть это радует. Так, отлично. Утечка газа? Где? Нет, не здесь. Слушайте, а где он заметил утечку газа? Так, ну здесь все на месте стоят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот я понял. Понял я, в чем прикол. Да, H-дивизии, ну. Хорошо, что хоть сохранил перед этим.
Точнее, я сохранил, игра нас сохранила. Вот, кстати, в этой игре с сохранениями, с автосохранениями, просто прекрасно, вот прям высший балл. Во всех опасных местах нас сохраняет, учитывая, что как бы это не та игра, где должен быть хардкор, типа пройти куда-то добраться. Здесь мы раз уже сюда добрались, то зачем нам повторять те же самые действия? Все очень логично. А, утечка газа. А как нам справиться с утечкой газа? Надо как-то газ прикрыть или что? Ну, никакую трубу, никакой вентиль не находил. Блин. Утечка газа. А не тушитель взять с собой на всякий случай? Ну, нажать и убежать я не успею в любом случае. Ага. Ага. Мы можем подобраться к этой трубе как-то. Ну, подобраться-то мы можем, но толку. Нам ее нечем заделать просто вообще. Да чем мы можем заделать ее, когда там газ прет? Если он вообще оттуда вопрет. Ну, куча изоленты. Но толку взять я ее тоже не могу. Так, и прикол в том, что... Я-то, по идее, больше никуда не могу попасть. Так, и что бы нам в таком случае сделать? Слушайте, а я даже не знаю. А я даже и не знаю. И вроде как сзади ничего не оставил неосмотренного. Вроде бы, по крайней мере. Насколько я помню. Это ничего не активное, и никаких подсказок нам не дает. Я ничего не понимаю, что здесь нарисовано. Абсолютно. Но там вот утечка, да. Чем мы можем ее заделать? Можно было бы подумать обычным народным методом. Замотать изолентой, но изоленту тоже мы взять не можем. Чтобы это сделать. Можно, конечно, попытаться еще раз и побыстрее вот так вот убежать. Блин. На всякий случай даже давайте сохранимся. Сейчас и сразу назад. Нет, не получается никак убежать. Я просто думал, допустим, ну пускай здесь все взорвется, а мы там дальше пойдем разбираться. То есть, а здесь все гореть будет синим пламенем. Хотя это было очевидно, что не получится, потому что нам пришлось бы в будущем здесь проходить через вот эту дверь. Раз она сейчас закрыта. Так что здесь все должно быть в целости и сохранности. Блин, я никакого вентиля вообще не помню, чтобы находил где-то... Чтобы где-нибудь можно было что-то повернуть и как-то перекрыть газ. И добраться-то я никуда тоже сейчас не могу. Ну, здесь вот... Нет, я не смогу здесь перепрыгнуть, перелезть. Нет-нет-нет. Так, ладно, давайте еще раз все осмотрим, потому что просто вот я не знаю, что еще делать. Взять с собой стремяночку бы, вот здесь вот подставить и все, и перелез, и всего-то делов. Так, а по трубам там никак не пробраться? Нет. Ну разве что ящик притащить. Да нет, я не думаю, что так нужно делать. Хм. Так, дела. А здесь трубы, смотрите, лопнутые все. Не
Видимо, туда придется возвращаться, сейчас там что-то искать. Но все равно нужно здесь осмотреться еще раз хорошенько. Ну, газ. Газ, значит, нужно просто перекрыть вентиль какой-то. Перекрыть подачу газа. Так, мы можем, в принципе, обратно уехать сейчас. Но какой смысл? Здесь мы ведь не блокируем проход никакой. Туда-то мы не попадем, там уже все темно. Нам нужно именно здесь что-то делать. Была бы монтировочка, могли бы сюда попасть. Так, где я? Блин, рельсы. Цепляюсь за них постоянно и постоянно путаюсь из-за этого. Так, ну здесь, да. Здесь тоже заперто. Still 8 packs of batteries left. Там у нас один есть ящик. Один. Ну даже если мы его сюда подставим, с одного ящика мы вряд ли перелезем. Так, опять рельса, ёпарасота. Так, ну вроде как здесь, в этом цеху, осмотрелся уже. Топаем обратно. А ну, в принципе, вот второй ящик есть. Нет, этот ящик мы взять не можем. Так, ну здесь мы можем переключить. А, типа, фронт-бэк, наверное, не передние и задние, имеется в виду вагонетки, а движение вперед-назад. Ну зачем нам назад отъезжать? Смысл какой в этом? Там мы, получается, упираемся, да? В дверь. Или во что-то упираемся другое. Но в любом случае нужно осматривать все, так что давайте пойдем осмотрим еще раз. Может быть, вообще еще назад вернуться нужно. Надеюсь, это не так, потому что я абсолютно не помню, что там сзади. Но это ведь не подача газа, это подача напряжения. Так, стоп, а сюда мы ходили или нет? По-моему, не ходили. Что-то я не помню этого места. Так, нет, сюда мы не ходили. И
где мы вообще находимся? Мы были вон... Опа-па-па-па. Мы были вот там вот. Вот. Слушайте, если бы это была Half-Life, я бы он там вот пролез бы в этот жёлоб, с него бы спрыгнул на ту лестницу и залез бы в ту дверь. Но это не Half-Life, поэтому даже пытаться не будем. Так, здесь мы спустимся вниз, да? Там открыто? Пройти мы дальше сможем? Да, спокойно. Ну, раз уж мы сверху, давайте уже сначала поверху пройдем. Так, блин, здесь опасно туда пытаться прыгнуть. Да и смысл, та дверь выглядит неактивной. Хотя, кто его знает. Так, у нас утечка газа. Что с ней сделать? Так, или уже сначала здесь осмотреться, по левой стороне. Здесь куча всяких переключателей, которые не работают. Так, нет, ну эти вагонетки вообще не активные. Так, вот та дверь, через которую мы пришли. Надо ли нам пытаться эту дверь как-то открыть? Хотя зачем вообще? Там мы были с той стороны. Ну это мы просто сделали срез, получается, и все, ничего более. А нет, здесь прыжок был бы слишком далекий с того жёлоба. Даже Гордон Фримен бы не осилил. Слушайте, что нам надо сделать вообще? Я сейчас тут потеряюсь буквально. Вот сейчас реально можно заблудиться. Я уже не особо помню, как я сюда попал, если честно. Как мне вернуться обратно в тот цех с утечкой газа. Но здесь мы везде бродили, это я помню. Ящик вот этот... тоже помню. Seven packs of batteries left. Может, все-таки нужна эту лестницу? Давайте попробуем, не знаю. Но я не думаю, что у нас получится. Получилось! Ты смотри. Ну, туда. Давай. Опа, есть. И зачем? Вопрос на миллион. Зачем? Зачем я это сделал? Может, да и там попробовать все-таки залезть на лестницу? Вот оттуда мы, кстати говоря, спустились. Вообще. Сейчас убьемся, наверное. О, нет, выжили. Это тоже дверь вроде как неактивная абсолютно. Так, слушайте, а вот сейчас куда мы попадем? Вот. Итак, наверх подняться, и мы поднимемся как раз таки, да-да-да. А здесь снизу. Я уже не помню, что снизу. Здесь у нас заперто, да. Здесь ящик, который мы не можем сдвинуть, туда мы не попадем. Угу. Блин, чего же делать? Но, если честно, я не думаю, что нужно уже аж вообще назад двигаться.
Даже не знаю, ребята, давайте, наверное, мы сейчас здесь прервемся. Я потыкаюсь, поныкаюсь здесь по углам. Когда что-нибудь найду, тогда уже начну запись следующей серии. Потому что пока что даже, я не знаю, не представляю. Просто надо ходить и ходить, и все, пока вдруг что-нибудь не найдется. Так что спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.